Детская школа искусств города Рассказово основана в 1954 году. За время существования из ее стен вышли сотни талантливых детей. На базе учреждений работают хореографические и вокальные коллективы. Многие из них не раз заслужили право представлять на всероссийских конкурсах Тамбовскую область. Лучшие номера воспитанники школы показали зрителям на ежегодном отчетном концерте. Выпускной – это определенный рубеж в судьбе детей. В этом году школу искусств закончили 53 учащихся по направлению музыкальное искусство. Среди них класс игры на балалайке и гитаре, фортепиано, аккордеоне и синтезаторе. 8 человек выпускается по направлению хореографическое искусство. Несмотря на юный возраст, многие из них уже имеют за плечами большой опыт участия в конкурсах всероссийского масштаба. Для каждого ребенка обучение в этой школе является первым этапом начала творческого пути. Большинство из ребят продолжит свое обучение и дальше. Некоторые из выпускников после получения специальности возвратятся в родные стены уже в качестве преподавателей. К искусству в своей профессии. В этом году у нас будут поступать в колледж искусства, в Тамбовский областной колледж искусства по направлению хореографического искусства девочка. И часть детей остаются на дальнейшее обучение, чтобы дальше поступить уже в музыкальное училище имени Рахманинова. Потому что дети по возрасту еще маленькие, но выбрали вот по специальности нашу профессию. Среди нашего педагогического состава все-таки основная часть преподавателей – это именно выпускники нашей школы. Я заканчивала эту школу, потом закончила музыкальное училище, институт и вернулась также работать в эту школу преподавателем по фортепиано. На отчетном концерте зрители увидели лучшие музыкальные номера, подготовленные учащимися, преподавателями и концертмейстерами школы. Старания учеников, долгая работа дали о себе знать. Зал буквально взрывался от оваций. На базе детской школы искусств города работают вокальные и хореографические коллективы. Многие из них известны не только в Тамбовской области, но и за ее пределами. Педагоги вместе со своими воспитанниками участвуют в конкурсах и соревнованиях регионального и всероссийского уровня. Я уже хожу 5 лет, я играю на фортепиано, вот, еще занимаюсь сольфеджио и хором тоже. Я хожу на фортепиано, ну да, мне нравится. И вот с хором часто, с коллективом своим мы вот выходим на концерты. Ребята, которые за прошедший год достигли больших успехов в своем творчестве, поздравила начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики Светлана Рысина. Спасибо большое всем родителям, прежде всего, детям, ну, конечно же, педагогам, без которых наши детки не были бы такими классными, умными, красивыми. Большое всем спасибо, всех с окончанием учебного года, здоровья, удачи и творческих успехов на дальнейший период жизни. Школа искусств продолжает выпускать из своих стен талантливых детей. Впереди у учеников каникулы, за время которых ребята смогут отдохнуть и набраться сил для новых побед. Ольга Жукова, Александр Прокудин, Новости ТВ Рассказово.